Всем привет! Сегодня мы продолжим смотреть танки Дани. Кто хочет показать свои крутые постройки, напишите мне в Дискорд, а мы начинаем. О, танчик. Танк. У него о, смайлик. Да. Когда она заходит внутрь, надо нажимать равно. Ну, знак равно. Сейчас я нажму. Дальше ты. Нажимай. Тут конфеты внутри есть. Ок, ай. Равно. Зажимай. Смотри, тут есть пушки в багаже. Вау, very cool. Тут мина есть. It has a landmine. Вау. Ой, very like him. Лагает. Вау. Ой. А, флаг еще двигается. Где? Ну, он у меня двигался, я помню. Что он написал? He have is working tricks. У него есть такая же версия танка, только с рабочими этими гусеницами. Вау, wow, yes. We look it later. We'll look at it later. Not right ты now. Смотри, видишь, кстати, там такие штуки для гусениц, которые... Вижу. Они, смотри, они двигаются, когда я... Да-да-да. It has word detail. Тут это даже... Так, функция. Он может вращаться. Пушка. Давай посмотрим на версию с этими... С гусеницами. F — это пушка. F? Это... Ну да, это фара. Привязать бы было бы сложно. О! Я не туда стреляю. Дуло взорвалось. I drive everything small. Стой, когда что-то? Ты едешь, вот эти вот вещи, они, ну, двигаются. Yes, yes. We look it. Скажи ему, что мы это увидели. Я даже про это отдельно... We saw this. We да, saw this. Мы это уже этот рассмотрели, нам очень понравилось. We very like it. Wow. Всё, я стреляю, не знаю куда. Огонь. Видишь, флаг тоже двигается. Флаг... Скажи ему, флаг тоже двигается? Вопрос. У него тут есть... лицензированная вот эта вот наклейка. Видишь, сзади нет написано. Yes, no. 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 Ой, оно летит? Он заплатил слишком много для этого. А, куда он уезжает? Спроси у него. What's happening? А, куда он уезжает? Что? Where is the tank going? Half... А! О, я бы... О, на, nice, nice, nice. Can I leave? Отсюда. О, люк тоже открывается. Ой, я... I'm very big. Big smoke. А, люк откройте-то. Люк закрыт. Откройте! Open! Люк закрыт. Давай посмотрим декорации. Гусеницы. О, tracks. Tracks very decoration. And wheel. Wow. Wheels are very detailed. Very details. Дальше. Топорик просто, посмотри. Ты он квадратный уже. Гусениц. Есть углы, смотри. Видишь, тут углы yeah. есть? Тут даже yes. тут камуфляж чуть-чуть. Да, yes, yes. Очень. Very. А давай посмотрим на версию с этими, как его там. Сейчас посмотрим, только... Гусениц. Ой, как лагать будет. Так, тут у нас еще решетка есть, и не такие... Коробка штуки. С газовой X, это канистра с газом. Какая-то. Ты посмотри, тут разлом есть, смотри. Еще не пропорционально. Ух, это типа после боя. Yes, yes. OMG давай... просто. Мне кажется, детали будут то же самое. Давай посмотрим на версию. Да ты так хочешь просто версию с этими, да? Да, да, да. Тут есть запасное колесо. Вот тут. О. И пушки. Пушки. I like gun, but I don't can have it. Take it. Да, take it. Ок, давайте посмотрим на версию тогда. Стойте, отойдите с танчика. Watch the version with the tracks. Ты, короче, дождался диска. Ура! Давайте. О, сейчас будет танк разлагаться. Сейчас съедают муравьи, сначала гусеницы, потом добираются до конфет. Муравьи? Конфеты съели. Стоп, сабли? О, чё? Откуда? Оно больше лагает. It's more like... Ох! Wow, what is it? It's map for это test. It's trucks. А можешь убрать свой аэропорт? Посмотри, как много тут вот этих вот деталей. Да, yes. We need set up. Надо его установить. And the hinge and don't work the light. Люк не работает, потому что лагает. А, yes. Okay. Мы видим, как танк собирают на да. заводе. Ага. Я вообще такое никогда не видел. О, а давай посмотрим полосу препятствий. Может твой аэропорт дачу убрать? Да, уберу сейчас. Смотри, тут вода даже есть. Ну, это не вода, но это вода.
Ну, вода, ну как что бы такое не вода. О, заходит. Всё. Кто посмотри. Сюда приходит, они все офигевают просто. Все. Лать! Я думал, что на такие танки гусеницы просто невозможно сделать, и я пыталась. Я потом хотел попробовать тоже, но, блин, это обалдеть как красиво. Можешь ему что-нибудь передать? Из чувств. That's very detailed. I'll get where you like it. Ну ты, конечно, передал. Very, 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 very nice. О, can I write? Он дырка вне. This is дырка? Hole. Я не знаю, как дырка по-английски. Q to Let's lift. О, Q. Q повернуть направо, V налево. Q и V вместе это ну, вперед. Вау, посмотри просто, как гусеницы катятся. Поверни налево, на V нажми. Попробуй. Вау. Он просит тебя заехать на вот эту вот. А что думает сейчас вот этот Сондер, когда видит такой танк? Он, наверное... В шоке. А посмотри на вот этот, на флажок, он тоже двигается. Да. Half to backward. Вперед? Назад. А, никак. А! How to get back? A и D это чтобы назад. Окей. Ну, собственно... I get up. О, вау. О, у него есть подвеска. Что ты думал? Ок. Смотри, как у него подвеска есть. It's broken? Не, он просто лакает, поэтому он заезжает медленно. Колесо поднимается, потому что есть подвеска. Да, yes. Very good suspension. О, я сейчас свалюсь вниз. I'm go backward. Повернись, может ровно попробовать заехать. Так. Ок, I'm go. Уа, просто посмотри, как колеса! Просто посмотри, как подвеска. Я работает. Тоже это вижу. Это very nice suspension. И гусеницы. Меня больше всего. Я вообще в шоке от гусениц. Это точно надо заснять. Что точно? Не-не-не, не важно. Смотри, сейчас еще поворот будет. Попробуй повернуться. Я думаю, сейчас я ошибусь такой и упаду вниз. Не смешно было бы. It's. Insane. I don't can get up. Get up. I go backward and... Не, не получается. I don't can't get up. Help me, please. Скажи ему, чтобы он скамейки убрал. The wheels go... Can you delete some things? He's stuck. Yes. It's stuck. I don't can move. Толкаем танк. Толкай давай. Где? Толкаем. Малыши, вперед! Он, наверное, очень тяжелый, наверное. Ой. Смотри, тут есть это... Гусеница порвалась! Нуууу! Я впервые увидел, как танк едет без гусеницы. Что происходит? Есть пробитие. А что будет, если пушкой стрельнуть в это? Попробовать, может? Куда? В танк. Попробуй. Can you please turn on the PvP mode? We wanna try to fire the cannon on this tank. Нет, сейчас вторая гусеница. Порвется. Да не порвется, ты чё, за рулем тут, знаешь, какой опытный водитель, он уже столько танков разбил об землю. Сейчас будет огонь. Ой. Готов? Нет. Ауч. Нет пробития. Но пробитие. Didn't hit. А, ладно, так тоже можно. Сейчас будем опять туда. Ауч. I kill you. Ой. О, что за звук? Эй! Есть no. Пробитие! No, please, no! О, can you relate? О, всё, мы подбили гусеницу. Чё, реально? Вау! Сейчас я попробую поехать. I can backward. Ой, то есть, Танк очень слабый, потому что лагает. Ок, I go backward. Он не может поставить броню из-за этого. А-а-а! Обстрел! Can you relate its build? For I can... Ну, короче, скажи ему, что я хочу забраться на всю эту полосу препятствий, и для этого нужно перезагрузить. Can you please roll this out? He want to... Он тебе, кажется, понял. А чё так быстро перезагрузилось? Ой, это магия, потому что ты стрелял. Муравьи строят. Муравьи собрали танк из запчастей. Там вот там проблема будет одна. На полосе препятствий. О, стой, скажи ему, чтобы он попробовал поехать. Can you please try to control the tank so we watch how this goes on the suspension? Yes. Test. Просто я не могу этот. Ну, это же не моя постройка, я не знаю, как она. Ну, я ее как бы в душу так.
Не принял, как она едет. Ты посмотри, тут, наверное, сколько этих подшипников. Каких? Ну вот, на гусеницах. Шарниров? Да. Вау. Very laggy. Very laggy. Что он говорит? А, very laggy. The flag moves. Yes, yes. Говорит, я это заметил, я это уже говорил. Скажи ему. We saw this, we saw this. That's very cool. Вау. Давай просто смотреть. Я просто хочу смотреть, как он будет заезжать на эту полосу препятствий. И от этого будет такое удовольствие вообще. От просто просмотра, от того, как работает подвеска динамическая. О, как красиво. Обрабатываю прям все. Красиво, это nice. Ой. Very nice. Very beautiful. Ох. Проезжает медленно, но зато уверенно проезжает. Обычный танк бы не проехал тут. Ох, почему? Гоуп! Гоу! Наверное, подзастрял чуть-чуть. Надо помочь. I can help. У него очень сильно лагает, говорит. Вот так. О нет, у него гусеницы. Ой, ой. Ну, надо перезагрузить. Перезагрузить no надо. Ну! А не, нет. Нет, гусениц нету. Гусеницы этот. Ой, блин, что происходит? Надо было вот эти деревяшки убрать. Чё с колесами? Посмотри, что с колесами. Мои колеса, он говорит. Колеса! А, what's happening, devil? Это что такое? Магия какая-то. Неземная магия. Может, он сам его загрузит? Муравьи на помощь! Муравьи на помощь! Ой, муравьи уже пришли. Нет, тут колеса сами отвалились. Даже без муравьев. Он умирает. Танк умирает. No! Постепенная смерть танка. It's doing my wheels. А давай мы... Looking here. Смотри сюда, колесо катится, смотри. Я вижу. Turn on PvP mode. We will kill the tank. Да, yes. Мы убьем танк. Давай, подготовимся. Время стрелять. Yes, we killed this tank. А зачем? Мы будем сейчас обстреливать. Надо просто динамит поставить. Ой. Я знаю, что надо делать. Don't click this button. Клик. О! Посмотри, как все разлетело. А, я тоже разлетелся. Посмотри, башня отлетела. Нет, я не вижу это. Она отлетела просто. Блин, на самом интересном месте я улетел куда-то. А просто посмотри, в небе летают запчасти. А ты посмотри, как она отвалилась. Ресетнись. Я уже бегу, я живой, ты чё? Его убили. Ты хотел от меня так просто избавиться? Вау. What's happening? Просто мёртвый танк. Это чисто когда КВ-2 стрельнул в зад танка. Ага. Может, он его перезагрузит? Но то, что тут такие гусеницы и то, что полоса препятствий, может, всё-таки попробуем её пройти? Она очень вообще классная. Okay, reload, we want to test the tank for suspension test on this road. Жалко, я не увидел, как башня отлетела. Я улетел. Не, ну она эпично отлетела вообще. Ну я там видел, но только это было издалека. Все, танк разлагается снова. Муравьи съели танк номер 3.